Так бывает, что Новый год не всегда получается встретить дома, но праздник при любых обстоятельствах должен быть у каждого, особенно у малышей. Интерактивное представление, танцы, сладкие подарки. Все для того, чтобы дети и их родители почувствовали волшебную атмосферу. Акцию в детской областной больнице провели при поддержке фонда поколения Андрея Скотча. Мы хотим вам всем пожелать сегодня самого главного, быстрейшего выздоровления. Вы наше будущее поколение, вы наша надежда. Мы вас всех любим и хотим, чтобы вы всегда были таким веселыми, как сегодня. Да, мне очень понравилось выступление обезьяны, как она очень прям танцевала. И еще поклеек, у нее крыса крутая. Безупречно было, особенно подарки. И Дед Мороз симпатичный. Поздравили ребят и сотрудники госавтоинспекции. Детям напомнили правила дорожного движения, конечно же, в увлекательной игровой форме. На какой свет нужно переходить дорогу? На зеленый. С нашими давнишними социальными партнерами мы постоянно в преддверии новогодних рождественских праздников навещаем ребят. Хотелось бы пожелать всем скорейшего выздоровления, всем удачи. Праздник пришел и к тем, кто пока вынужден оставаться в палатах. Здравствуйте, мои хорошие! Вот вас наступающим Новым годом! Некоторые ребята отпразднуют Новый год в больнице, но после такой встречи уже точно с положительными эмоциями. А хорошее настроение, как известно, отличное лекарство. Кирилл Мусаев, Павел Емелин. Такой день на Мире Белогорья.